Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» провела форум для работников казахстанских нефтесервисных предприятий. Обсуждались вопросы развития местного содержания и возможности участия отечественного бизнеса в проектах по освоению карачаганакского месторождения. Организатором форума выступила социально-предпринимательская корпорация «Урал» при содействии Министерства энергетики и Акимата Западно-Казахстанской области. Форум был организован для ознакомления казахстанских производителей и поставщиков услуг с предстоящими проектами КПО, процессами предварительной квалификации и механизмами проведения ранних тендеров. КПО оказывает содействие в создании партнерств и консорциумов для более активного вовлечения местных компаний в проекты консорциума для выполнения более сложных задач, передачи инновационных технологий и развития потенциала казахстанского персонала. В начале 2017 года КПО завершило ряд тендеров, где обязательным условием было создание совместного предприятия между иностранными и местными компаниями для выполнения ряда технологических сложных скважинных операций, и по итогам было заключено соответствующие договора. Ранее эти работы выполнялись иностранными компаниями. Аналогичные требования выставляются к участникам тендеров по проекту расширения Карачаганак, где это применимо. Компании КПО, Акимат региона и местные машиностроительные предприятия подписали меморандум о взаимопонимании по развитию машиностроения для нефтегазовой отрасли. Между Акиматом и консорциумом также подписано соглашение о взаимопонимании по установлению целевых индикаторов по местному содержанию. Потагоз Базарбаева, Канат Махмутов, Уральск, Хабар 24.